книжка «Солнце», надо это совершенно читать. Некогда на эфир. Деньги скрыточникам звучат даже в метро. В метро, ты в метро. Где? Треба снимать чаяк. Что будем делать? Дурна прищепка. Не дуже чути. Не? Нормально? Что ты у нас говоришь? Очень слышно. Привели их в участок, занимаются этим фондом уже не первый день. Еще в прошлую пятницу в метро они встретили одного из псевдоволонтеров в такой же жилетке. Нет, слухайте, реально, зараз эфир зервается.